Йоу, друзья, первую сотню комментариев с кайфом лайкну, поэтому черкани что-нибудь снизу. У нас осталось ровно 2 дня на то, чтобы поймать кого-то из этих бестов. Собственно, этим сегодня и будем заниматься. Но перед этим давайте заберем бесполезную карточку, которую я никогда в жизни играть не буду. Но вот люблю я повыбивать всякий хлам. Нахрен этот дефрел? Понятия не имею. Ну и самым главным контентом сегодня, друзья, будут пики. В количестве 50 штук. 50 пиков мы сегодня вскроем и вместе с вами посмотрим, что же нам дропнется. Но перед этим покажу вам один дропецкий, который мне недавно упал. Вот в виде скрина, да, потому что по-другому не могу. Мне просто упал Неймар, вышла какая-то пачка паков по 50 тысяч. Я такой быстро зашел, открыл один пак за 50 тысяч монет. И вуаля, мне падает Неймарчик. Приятненько, слил его за 600 тысяч. Я охренел от того, что Неймар стоит дороже Месси до сих пор на 200 вроде косарей. В общем-то, давайте, 50 пиков, собственно, начинаем с первого, без всякой машины. И смотрим, что нам здесь дропнется. Так, Рафаэл Талоу. Опа-на, добрый вечер, вот и Холланд к нам в гости залетел. К сожалению, эта карточка вообще не пользуется популярностью в этой части FIFA. 3 на 3 все руинят, высокая в защиту, плюс ловкость, баланс, но при этом удар ебейший. К сожалению, FIFA не приспособлена до сих пор для высоких футболистов. Это, конечно, обидно. Так, Модрик, 87, тоже довольно-таки неплохо. Опа-на, нихуя себе, добрый вечер. Саналду мне падает. Слушайте, отличные пики. Ну, под конец прям совсем грустно стало. Вообще ничего не падает. А вот я пожаловался немножко, и Луис Суарес также залетел. Очень много рейтинга, друзья, очень много. Срочно нужна сборка на кумира. Желательно среднюю, конечно. Так, ну и последний пик, друзья, у нас получается. Здесь мы ловим полное дерьмо. О, смотрите, как красиво тут цветные карточки выстроились. Это я сегодня вот как раз-таки с утра проснулся и начал выбивать этих пацанов. Ну, а Семьен, может быть, для каких-нибудь фановых составов, статы очень бодрые. Ну и Додо Пицца тоже выглядит неплохо для серебряных складов. Ёб твою мать, ну вот что я, блядь, сейчас не так сделал? Ну, сука, просто хотел игроков в клуб отправить. Какая нахуй ошибка, блядь? Как мне бесит эта игра, нахуй, в такие моменты, блядь. Игра за 5 ебаных тысяч рублей постоянно вылетает, багуется, зависает, блядь. Спокойствие. Пока я пребываю в спокойствии, собственно, по названию видеоролика вы видели, что я поймал лучшего игрока. Сейчас расскажу, как все было. Сидел я, никого не трогал. Щелкал пакетики на отъебись, как обычно. Как обычно мне падают классные игроки, когда я просто на отъебись сижу и щелкаю пакетики. Ну и самые сообразительные и догадливые по моей форме поняли, кого я поймал. О, Лига Чемпионов, Португалию давай. Нихуя себе, Левандовский. Иди сюда нахуй, это лучшая карточка. Лучшая карточка по рейтингу. Выше даже Криштиану Рональду. Вау. Лайк, ставлю лайк, видите, Левандовский как бы намекает, поставьте лайк под этим видосом. Это, конечно, не Криштиану Роналду, но по факту самый лучший игрок в этой команде Лиги Чемпионов. Нормально, нормально, 300к стоит, я вот думаю, сейчас продать или потом. Кеза, кстати, я так и не продал. Ну, короче, у меня в клубе тут еще немножко хлам завалялся, я решил нафармить еще 30 пиков, еще 30 пиков на то, чтобы зафиналить этот видеоролик красивым дропом. Так, Хумельс 86, конечно же, забираем. Пока что рейтинги продолжают нас сыпать, но толку от этих рейтингов, если даже сборок каких-то интересных у нас нет. Из последнего, что я собрал, это пике. Пока что на данном этапе времени еще Барса с Баварией не сыграла. Но я сделал свой предикшн, что, ну, Бавария, скорее всего, выиграет, да. Базару 0, 3-1, но хочется верить в победу Барселоны. Так, Тони Кросс 88. Блин, он у меня непродаваемый уже имеется. Да, друзья, как-то так. Еще 30-чка нафармлено, того уже 8 спиков и ни одной ЛЧ-карты. Обидно. Я от безысходности собрал Галена. ЛПшник из португальской лиги. В этой части FIFA португальская лига прям топово выглядит, прошу заметить. Конечно, по статам он разъебывает своих конкурентов. И Неймара, и Винисиуса. Да, дриблинг и у того, и другого круче, что очень сильно решает в этой части FIFA, поэтому вряд ли он будет круче. Но имеет трейты на лонгшоты, сила удара хорошая, может быть, как-то мы затестим. Я как будто застрял в какой-то петле времени, друзья. Я опять собрал 20 пиков. По итогу получается сразу 100 пиков за один ролик, друзья. Влепите лайк за такой уникальнейший контент.
Оу, Харри Кейн, 90 рейтинг. Ты у меня бестишь в рубрике FIFA с паками. Вроде и хорошо, а вроде как я все еще нацелен на ЛЧ карточку. Рейтинги прям хорошие сыпятся. Ну, как-то так, в последней пачке тоже не скажешь, что повезло. Хотя, с другой стороны, есть Харри Кейн, есть тяга, тоже хайры. Ладно, хорошо, в целом, наверное, я по большей части доволен. Много рейтинга упало, так что ближайшая сборочка кумира у меня будет... собираться прям практически за бесплатно. Левандовский, кстати, я не стал продавать. Все-таки карточку с рейтингом 93 хочется прочекать. Удар прям вообще жесть. Конечно, да, пейс это прям большая проблема, но в целом, как бы, можно попробовать. Друзья, и за финалити этот ролик решил красиво. Красиво, пиком 86+. Предыдущие два пика 86+, закончились тем, что в первом пике у меня было все 86, и во втором было все 86. И вот третья попытка. Отправляются вот такие вот товарищи, по факту самые играбельные это у Памекано, 50 тысяч, но в принципе сильно горевать не буду. Давайте, очень волнуюсь, очень переживаю. Давайте смотреть, физподготовка 78, такой себе. Дэв херовый, опа, дриблинг-то хорош, 89. Так, кто может быть с таким хорошим дриблингом? Но это точно не Мбаппе, у него вроде за 90. Передача 77. Удары 85. Скорость... Ну, давайте смотреть. Габи Жезус, блять, он у меня уже есть. Он у меня уже есть в непродаваемом виде, но опять же держу в курсе, это 86. 86, сука. Второй игрок, блять. Боже. Третий игрок, 64 физподготовка. Давай Неймара, блять, игра. 85 дриблинг, 83 передачи, 84 удар, пейс 83, и это у нас разъебал. Три пика, блядь, ну как это возможно просто в теории, блядь? Как, блядь, это возможно в теории даже, блядь, из трех пиков поймать все шесть, блядь, 86, блядь. Иди нахуй игра, блядь.